Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Льготы на аренду помещений дадут в обмен на скидки. Это предусмотрено порядком оказания имущественной поддержки для организаций, оказывающих социально значимые услуги. Его одобрила городская дума. На льготы могут рассчитывать предприятия, занимающиеся ремонтом часов, оказывающие бытовые, спортивные, культурные и банные услуги. При этом расценки у них должны быть на 20% ниже, чем у конкурентов. Льготные ставки будут действовать в течение одного года. Напомню, Кировская администрация пересмотрела арендные ставки для предпринимателей. Теперь они основываются на данных независимых оценщиков, отказалась от льготы предоставления помещений в безвозмездное пользование. Таким образом, чиновники рассчитывают увеличить поступление в бюджет. Дайджест недвижимости. Realty Group продает квартиры на Азино. Цена за квадратный метр в многоэтажном доме по адресу Азино 17 – 39 тысяч рублей. Компания предлагает эксклюзивные квартиры, начиная от однокомнатных площадью 49 квадратных метров и заканчивая четырехкомнатными площадью почти 124 квадрата. В качестве преимуществ Realty Group указывает местоположение дома. Он находится в пешей доступности от улиц Ленина и Карла Маркса. Также недалеко находится центральный рынок, школы и детские сады. Кроме этого, здание не имеет встроенных помещений, поэтому парковка предназначена только для жильцов, а не посетителей магазинов или кафе, которые обычно размещают на первых этажах. Дом планируют сдать в следующем году. Дайджест недвижимости. В феврале новостройки подорожали почти на 1%. Средняя стоимость квадратного метра увеличилась до 43 750 рублей. Такие данные приводит портал «Росриэлт». На вторичном рынке наблюдается незначительное снижение цен. В этом месяце квадратный метр обойдется 48 590 рублей. Дайджест недвижимости.